Вкус воды обалденный, просто чудодейственная вода. Родник на правом берегу реки Ширинка, что в 600 метрах к югу от деревни Еремина, местные жители и дачники заприметили давно. Вода в источнике чистая и вкусная, но подойти и набрать ее было неудобно. Инициативные фряновцы предложили администрации округа благоустроить местную достопримечательность. Менее чем за 3 месяца работы были выполнены. Была проведена реконструкция в полном взаимодействии с благотворительным фондом «Экология для всех». А благоустройство прилегающей территории и ремонт лестницы выполнено за счет муниципалитета по поручению главы городского округа Андрея Алексеевича Булгакова. Привозили материалы строительные для восстановления лестницы, выравнивали эту площадку. Вывозили здесь поваленные сухие деревья. Я назначал бригады, приезжали, которые выпиливали, вычищали этот родник. Родник в Еремина – второй источник, который реконструировали в этом году. Он не похож на другие. Современные конструктивные элементы удачно вписались в естественный ландшафт. Результаты по достоинству оценили представители Министерства экологии. Сегодня очень приятно вас приветствовать на таком знаменательном событии. Мы открываем Ереминский родник благоустроенный. Хочется поблагодарить каждого, кто принял участие в его благоустройстве. Замечательная вода. Ага. Сладкая, мягкая. Отлично. Вода вкусная, правда. Родник в деревне Еремина после реконструкции не узнать. Он обрел крышу, каптажная камера. Теперь здесь стало удобно набирать воду, она здесь особенно вкусная. А еще, говорят местные, после реконструкции напор родника стал лучше и набирать воду стало гораздо быстрее. Замена водосборных камер, устройство навеса от дождя, установка деревянного настила и скамьи из обработанной лиственницы выполнены по программе губернатора «Родники Подмосковья» при участии благотворительного фонда «Экология для всех». Помогли и меценаты. Направляется очень много заявок и в благотворительный фонд, и в Министерство экологии с просьбой восстановить тот или иной родник. То есть это говорит о том, что жители неравнодушны, и все начинается с них. Именно благодаря вот общественникам, неравнодушным людям, в основном местным жителям, наши родники получают, что называется, вторую жизнь. Будете в Еремина, непременно спуститесь к ключу, и воды наберете, и сделайте селфи с чудо-елью. Хвойное дерево с ветвистыми корнями – еще одна местная достопримечательность, которую непременно стоит увидеть своими глазами. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.